क्योंकि अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आप बताओ कब से आप संसार में आए? भ्रमण कर रहे ब्रह्मांड जानते हैं? आप बताओ कब से आए हैं? अनंत काल आप जानते कि नहीं कब से संसार में आप आए हैं? जब से भगवान है जी भगवान की शक्ति, जब भगवान तब से हम इस संसार में आए जिस प्रकार सूरज की रश्मि यहाँ पर कब पहुंची? जब से सूरज है सूर्य जो है सदा सर्वदा ही प्रकाशमान है। केवल हम लोग की एंगल ऑफ विजन दृष्टि के कोण से हम उसको दिन और रात मान रहे हैं। वास्तव में सूर्य सूर्य के रश्मि जो रेज ऑफ द मून जब सूर्य है तब से सूर्य की रश्मि ही विचलित हो क्योंकि सूर्य और सूर्य के रश्मि और नहीं нет разницы между лучами солнца и самим солнцем. Так же, как огонь и потенция огня, его энергия обжигать, они также не отличны друг от друга. Поэтому там, где есть огонь, там есть его потенция обжигать, греть. И также Господь и его энергия, она также не отлична от него. И Джива, пока Господь, он существует, Джива, она также существует. Потому что мы являемся Татасха Шакти, Вибинамша Шакти, пограничная энергия. Джива направляется из Вибинамша Шакти. У Господа есть одна потенция, ее называют Джива Шакти. И из этой потенции проявляется Джива. Ее также называют Татастха Шакти или Вибинамша Шакти. И пока Господь существует, там и существует, и где существует Господь, там существует его потенция. И Джива, она блуждает по этому материальному миру. С каких пор вы блуждаетесь по этому материальному миру? Если кто-то спросит вас. Я тут с тех пор, как Господь был создан. А Господь, Он вечен. А когда Господь начал существовать? Ну, такой вопрос тоже может возникнуть. Бхагаван, он вечный. И Джива, она также вечная. Вечная и трансцендентная. Бхагаван, он вечный и трансцендентный. И таким же образом Джива, она вечная и трансцендентная. Thank you.
Потому что джива, она является шакти, Бхагаван. Какая шакти? Татастха шакти, джива шакти, вибинамша шакти. У джива шакти есть очень много имени, и самый главный из них — эти три имени. Татастха шакти, вибинамша шакти и джива шакти. Некоторые люди не задают такие вопросы. С каких пор джива, она блуждает по вселенной, не именно в этом мире, а вообще по миллионам, миллионам вселенным. Сколько же она блуждает здесь? Миллионы и миллионы лет. Потому что Шрила Гурудева, он говорит, это занимает время для того, чтобы освободиться от злости и других качеств. Но что это значит? Это значит, что на самом деле мы блуждаем не только по этой вселенной, а по множествам других вселенных. Когда эта вселенная разрушается, мы приходим в другую вселенную. Ананта Крур. То есть это значит, что безграничное миллионы количества планет. Если вы посмотрите ночью на звездное небо, вы увидите, как много звезд там сверкают на небе. И они так далеко. Все эти звезды — это планеты. Они больше, чем Солнце. Они просто очень далеко. И они так далеко, только небольшое, маленькое сияние доходит до этой Земли. Так много звезд и планет. И ученые, они также говорят, что есть только одно Солнце на Притвилоке, на планете Земле. Но на других планетах сколько? Может быть, 4-5 Солнц. Бриспати Лока и другие Локи. Говорится, что там больше, чем одно Солнце. И также там не одна Луна. Эта Вселенная, это Брахманда, которую мы можем видеть, она самая маленькая, которую мы можем наблюдать. Она самая маленькая. И в Читании Чаритамрите это объясняется. Она самая маленькая, вы даже не можете представить себе. И человек, который продает имбирь, что он может знать о каких-то более крупных вещах? А какой-то бедный человек, он продает этот имбирь, разрезая его на маленькие кусочки. И если кто-то спросит, где ты взял этот имбирь? Он скажет, да, из большого базара. Если его спросят, а с большого базара откуда берется там этот имбирь? И, может быть, он еще знает какой-нибудь один источник, что, может быть, его привозят с какого-то большого склада. Но подробности говорит, я знать не знаю. Я пришел на маркет и купил его на большой. А источник многие даже знать не знают. И таким же образом, если вы подумаете об этом, она на такого удивительного Брахманда. Не только один мир.
безграничное количество, миллионы и миллионы вселенных. Даже Брахмаджи, он сбивается с толку, впадая в иллюзию. Однажды Брахмаджи, он подумал, нету больше других Брахман, кроме меня. Брахман приходит к Бхагавану в Двараке. И там был дворецкий в Двараке. И когда Брахма пришел, то он спросил его, что ты хочешь? Он говорит, я хочу встретить Кришну. Он сказал, подожди, жди здесь, у ворот. И я сейчас спрошу у Кришны. И Кришна спросил, кто пришел? Дворецкий сказал, это Брахма. И Кришна спросил его, а что там за Брахма-то? И тогда этот дворецкий, он опять охранник, он вернулся обратно к воротам и говорит, а как тебя зовут? Ты что за Брахма такой? Он говорит, мое имя Санакпита. И тогда он сказал об этом Кришне, и Кришна разрешил ему зайти. Когда Брахма, он вошел в... Когда он вошел в дом Кришны, в его дворец, он увидел там огромных брахм, у которых было по 8 голов. У кого-то было 32 тысячи головы. И там не только брахмы пришли, и Шивы, и Индры, все пришли. Они предлагали пранам, лотосным стопам Кришны. Но из-за того, что в этой Брахманде присутствует только лишь четырехголовый Брахма, он думал, что нет других Брахм. И издавался такой звук, потому что было так много голов у других Брахманов. И все они двигались. Кришна сказал, все хорошо? Он сказал, да, все в порядке. Он говорит, ты что пришел? Он говорит, да, просто далеко, давно тебя не видел. И другие брахманы, они начали говорить Кришне. Они говорят, ты почему нас позвал? А он говорит, я тоже хотел увидеть вас, все ли у вас в порядке или нет. И Кришна сказал, хорошо, возвращайтесь в свои места. Когда он увидел этих больших брахманов, этот брахма, он выглядел просто как это комарик. Но перед другими брахманами был просто как комарик. Брахма, Шива, остальные все, они улетели. И этот брахма с четырьмя головами, он сказал, «О, Прабху, я все понял. У меня было это эго в моем сердце. Но сейчас я все понял. Сначала я думал, что я единственный брахма, что есть только одна вселенная, но ты милостью показал мне, что существует множество вселенных, и сейчас мы присутствуем здесь, и наша вселенная, она самая маленькая. Так много других брахманд, вселенных, они огромные. Это солнце, которое вы видите. Есть также другие солнца, которые еще больше, намного-намного больше. И также там тысячи лун. Это все здесь описано. Mm-hmm.
И чем больше садака совершает баджан, тем больше он избавляется от анартха, анартха-неврити, и тем быстрее к нему приходит что? Ништха, вера в Бхагавана, в лотосные стопы гуру и Бхагавана. Чем больше ништхи у вас есть, тем быстрее к вам придет вкус ручи, у вас придет вкус к слушанию харикатхи, катхи, к повторению святого имени. Ручи — это значит вкус. Так же, как когда вы голодны, если вы увидите какую-то еду, то вы с удовольствием захотите ее съесть. Но если у вас нет... если у вас нет аппетита, тогда вам будет вообще неинтересно. Даже если перед вами положат вашу самую любимую, самую вкусную пищу, вы не будете заинтересованы в этом, потому что у вас нет аппетита. И таким же образом, чем больше вы продвигаетесь в анартха-неврити, чем быстрее вы избавляетесь от всех анарт, тем быстрее вы достигаете ништхи. И когда у вас возникает ништха, и она прогрессирует, тогда постепенно вы достигаете ручи и далее асакти. Вы понимаете, что это все приходит не в один момент. Это происходит постепенно. И Шрила Вишвана Чакраварти Пад в Мадхуре Кадамбини, он объясняет. Много стадий анартха-неврити. Сколько стадий? Вы слушаете, я же говорил вам, 5 стадий. Эйко дешавартини, баху дешавартини, прайки, пурна и атьянтики. Эйко дешавартини – это 1%, когда вас очищаются анархи. Баху дешавартини когда еще больше анарта очищается, это называется бахудешавартини. Прайки. Это уже практически. Может быть, уже 95%. Пурна, это значит уже полностью. Все анартхи, они разрушаются. И атьянтики – это когда, то есть, допустим, а какое было? Пурна – это когда все анартхи уже уничтожены, но остается какой-то небольшой запах. То есть, когда, допустим, вы камфору жгли, убираете, и какой-то запах все равно остается. И, то есть, он уже полностью свободен. Ой. Свободен от анарт. Прайки. И последнее — это что? Атьянтики. Атьянтики – это абсолютно. Никакого запаха анарт даже нету.
То есть, если вы в коробке была камфора, то запах там остается в ней. Но если вы помоете эту коробку, то не останется даже никакого запаха. И это будет называться атьянтики. То есть, это стадия, когда уже нету даже запаха. Это происходит на стадии премы. Когда садака достигает до асакти доши, после ручи достигает, начинается асакти. И что это за асакти? Есть материальные привязанности, а есть трансцендентные привязанности. Наш ум, он привязан к материальным вещам. Допустим, какой-то человек, он любит покушать, какой-то любит поспать. Разные люди, у них есть разные привязанности и вкусы к материальным наслаждениям. Что вы любите? Все любят разное. Некоторые люди, им нравится собирать деньги, зарабатывать их. Они думают, как мне заработать больше и больше денег. Многие люди, они просто озабочены этим, хотят собирать больше и больше денег. И они не хотят оставлять это. А? И однажды был человек, который делал золотые украшения. И его магазин был открыт 24 часа в сутки. Он даже спал у себя в магазине, потому что у него было так много привязанности к нему. Он делал все там, он вообще не оставлял свой магазин ни на секунду. И однажды у него появилась температура. И ему сказали, его сын сказал, отправляйся домой, отдохни там. А он говорит, ну а если кто-то придет, в любой момент клиент может прийти. Просто в магазин золотых украшений приходит не каждый день, это тебе не магазин овощей. Сюда приходит только если какая-то, у кого-то свадьба, нужно купить кольца или еще какой-то особый день. Поэтому он говорит, нужно всегда быть открытым, потому что человек может прийти в любую секунду. Вы можете на Holy Gate пойти и увидите здесь много-много магазинов золота. Их двери всегда открыты, потому что мало ли что случится. Клиенты могут прийти в любую секунду. Иногда клиенты приходят, а иногда не приходят. И так или иначе, этот человек, несмотря на то, что у него была температура, он даже не захотел уходить из своего магазина. Он сказал, клиенты, это как мои боги. Иногда они пишут даже на... они пишут на магазинах. Магазин — это мой храм, а клиенты — это мои божества. Вы ни разу не видели? Они бывают пишут на дверях так.
И когда божества не приходят в храм, что вы должны делать? Совершать пуджу. А иначе божества не уйдут. Поэтому вы должны надевать на них гирлянды, осыпать цветами. И когда клиент приходит, вы должны предложить ему сиденье, дать ему что-то попить. Как вы видите, они всегда говорят, проходите, заходите в наш магазин. И они заводят вас в магазин, заводят вас на второй этаж, показывают вам абсолютно все, что у них есть. Что вы хотите попить? Чаечек, может быть? Иногда даже они предлагают вам завтрак. В магазинах у базара вы могли такое увидеть? Они хотят сначала вот накормить, усадить вас, а потом, когда вы что-то покушали через 10 минут, они начинают вам показывать. Посмотрите, вот у нас такие украшения, такие, что вы хотите взять? Они открывают много-много коробочек. 50 видов разных-разных украшений. И продавец, он не позволит вам уйти. Сначала он вынудит вас отдать вам все его деньги, а затем он разрешит вам уйти. Поэтому сначала вам нужно совершить пуджу Такурджи, а потом вы можете отпустить уже Такурджи. И, как я говорил уже, на стенах магазина часто пишут, что мой магазин – это мой храм, а клиенты, которые приходят ко мне – это мои божества. Итак, возвращаемся к истории. Сын пришел к отцу и говорит: «Отец, ну у тебя же температура, иди, пожалуйста, домой отдохни». Но он был так сильно привязан к своему магазину. Но он не хотел уходить, потому что клиенты могли прийти в любую минуту. Его температура, она поднималась все выше и выше. А его сын, он позвал доктора. Когда доктор потрогал его пульс, вы знаете, как они трогают пульс и определяют, какая температура. И он сказал: «О, Боже мой, его температура такая высокая!» И когда он просто увидел, что высокая, он подумал, что высокая цена на золото. Когда он услышал, он спросил, сколько? Он услышал что-то 105. Он говорит: «Давай быстрее продавать его». И когда он только сказал это, то он просто оставил тело. Вы можете представить себе? Многие люди, они так привязаны к материальным вещам, что готовы умереть даже за это. Они всегда занимают свой ум в материальных вещах. Они полностью погружены в это, в материальный мир, в материальные наслаждения. И таким же образом, когда вы совершаете садхану, баджан, Шрадха, Баджана, Криянатха, Ниврити, Ништха Ручи Асакти, Бхава, Према. Преданный, он, находясь на уровне Асакти, он всегда памятует лилу Господа. Допустим, Санатана Госвами. Он отправлялся в дома в Раджавасе, и что он спрашивал их?
Сколько молока вы там продаете? Что вы делаете? Это выглядит как вишая катха, как будто бы это материальная катха. Вот спрашиваю, как ваши дочки? Все ли они уже замуж повыходили или нет? Но Махатма же называли Санатана Госвами Барей Баба. Он все равно оставался. То есть он продолжал спрашивать. И на самом деле, внешне казалось, что он спрашивает что-то материальное, но внутри он всегда был погружен в лилы Господа Кришны. Порой он спрашивал, а сколько у вас коров? Ну, о чем он думал? Он думал о том, сколько же коров во Вриндаване у Кришны. Она спрашивала о дочерях какого-то человека, кого он помнил? Он помнил Гопи. Как Гопи, они выходят замуж. Даже если он говорил о какие-то, казалось бы, материальные вещи, его ум куда отправлялся? На Голоку Вриндавана. Он памятал трансцендентный мир. И здесь также говорится, что на стадии асакти в сердце садаки его сердце, оно полностью окрашивается Бхагават Катхой. На стадии асакти происходят две вещи. У вас возникает вкус в бхаджан. В принципе, в харикатху, в повторении святого имени, вы чувствуете так много блаженства и привязанности. И у вас есть баджане шакти, у вас есть глубокая привязанность к тому, кому вы поклоняетесь. Допустим, вы берете тростник и помещаете его в огонь, и после этого он становится очень горячим. Но когда вы кладете его себе в рот, то вы чувствуете, что он очень горячий, но он такой сладостный, и вы не можете остановиться. И вы просто наслаждаетесь им. И также сам садака, когда он на стадии асакти начинает повторять святое имя, он начинает повторять его больше и больше, и он не может остановиться. Для него это кажется таким сладостным. И таким же образом существуют две вещи на уровне асакти. У вас есть ручи в бхаджан. И также асакти к вашему поклонимому божеству. Баджания значит та личность, которой вы поклоняетесь. Сначала ваш ум не погружен в Кришну. Сначала ваш ум погружен в Гуру Пада Падму. Гуру называют Ашрая Бхагаван, а Кришну называют Вишая Бхагаван. И сначала у личности у него есть привязанность к Ашрая Бхагавану, к Гуру. А затем эта привязанность, она переходит к Кришне. И таким образом есть два вида Бхагаван, Вишаджатия Бхагаван и Ашраджатия Бхагаван. И чем больше ваша привязанность к Гуру возрастает, тем скорее эта привязанность, она перейдет к Господу. Она автоматически переходит к Нему, когда у вас возникает настоящая привязанность к Гуру.
Ашаджитие Бхагаван, Гурудева, он служит Вишаджитие Бхагавану, Господу, и это наивысшая дхарма. Кришна Чакраварти Пад, Мадхурья Кадамбини, в главе Манохарини, он объясняет шесть стадий премы. Где же его вкус? Бхаджанами ручи. Бхаджанами ручи — это значит вкус в бхаджане. А что такое бхаджан? Бхаджан — это служение. Он всегда служит Харинаму. Или просто служит Господу, делает малу. Может быть, он украшает божеств. Делает красивый шингар божества. Делает много гирлянд. И все это практика. Также он вкушает этот вкус и вкус повторения святого имени. Ведь самое главное — это повторение святого имени. Бхаджанами ручи, бхаджаниа шакти. То есть у него есть также привязанность к объекту своего бхаджана, то есть своему поклоняемому божеству. Как же его сердце, оно полностью погружается в бхаджаниа васту. Ум такой личности всегда направляется к Бхагавану. О, Саду, пожалуйста, расскажи мне славу тирт, в которых ты был недавно. Санта Махатма сказал: «Эй, Махатма, ты знаешь, так много Харикатхи, ты экспертен Бхагаваткатхи. Пожалуйста, расскажи мне какую-нибудь катху Господа, катху о Господе». И сказав это, он сел рядом с саду. И он сказал: «Пожалуйста, расскажи мне какую-нибудь харикатху». И снова он сказал: «Что там у тебя в руках? Бхагавата? Ты можешь сказать мне что-то из десятой песни Шримад Бхагаватам?» Это шлока из Шримад Бхагаватам, десятая песня. Когда вы идете по пути отречения, гьяны и вайраги, и если вы хотите слиться с Брахмой, люди, которые хотят освобождения, если такие люди, они услышат Бхагават-катху,
они также тут же оставят этот путь достижения освобождения, потому что это будет для них как соленая, вот как соль. रोग सब में वो पीड़ित है जो कि है कृष्ण जी भगवत कथा श्रवण करें उनके सारे संसार के दुख अपने आप И те, кто в этом материальном мире будут слушать Бхагавад Катху, все их материальные страдания будут завершены. Кто не захочет слушать Бхагавад Катху? Только Пашугат. Это охотники, мясники. Те, чье сердце, оно очень жестокое и твердое. На стадии асакти. Когда преданный, он увидел... Увидел саду с Бхагаватом, он сказал, о, пожалуйста, скажи мне какие-нибудь штуки с Бхагаватом, вдохнови меня. И он просил его рассказать ему Харикатху. И тогда он рассказал Харикатху, какой песне? Десятой песне. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, он объясняет в своих комментариях. Что саду говорит ему? Он рассказывает ему Гопи Гитхатху или Брамара Гитхатху, Праная Гита, Вену Гита, так много Гита. И во всех этих Гитах есть определенные шлоки. Вы знаете эту шлоку или нет? Все должны выучить ее. Это шлока из Гопи Гиты. И Бхагавад Катха, она как нектар. Кавери там. И преданные, когда они будут слушать эту катху, они будут чувствовать разлуку. Тогда преданный он сказал, пожалуйста, Саду, расскажи мне что-то о лотосных стопах Господа. О его нупуре, о ножных колокольчиках. И таким образом, слушая Харикатху из лотосных уст Саду, он понял, что его жизнь она полностью увенчалась успехом. बार-बार चंद्रवत प्रणाम करके
И этот преданный нам снова и снова предлагал нам давать и пранамы. Он был очень смиренным. И в таком смиренном состоянии он спросил: я никогда не совершал никакой баджан. Никогда не совершал баджан. Как Господь, Он сможет даровать мне свой даршан? И иногда он смеялся, иногда плакал. И иногда... он становился как сумасшедший, и он не понимал, куда ему идти. Куда? Куда мне пойти, чтобы получить даршан Господа? Иногда он падал на землю и начинал кататься по земле. Ну да, его друзья приходили и говорили: съешь что-нибудь, но все ему казалось ядом. Он говорил: это тело, оно бесполезно, зачем я буду его кормить? Я никогда не совершал баджан. Зачем кто-то пытается меня накормить? И таким образом... люди из его семьи, они сказали: теперь его жизнь, она закончена. Он больше ничего не понимает. Но на самом деле его семья, они не знали, на какой стадии он находится. И казалось, как будто бы его будхи, его интеллект и ум, они закончены и больше не работают. Но это казалось только лишь внешне. И казалось, как будто бы он не следует никаким правилам. Он выглядел как настоящий сумасшедший. Но если преданный, он увидит такого преданного, то он поймет, что он получил настоящее сокровище, Бхагавата Прему. Потому что все эти симптомы, они автоматически проявятся. И другие преданные, они смогут легко распознать то, что в сердце такого преданного проявилась настоящая према. Глупцы, они будут критиковать и оскорблять такую личность. Но преданные, они поймут, что эта личность, она получила Махапрему. Сарабхама Бхаттачарья, он также говорил Махапрабху: ты примешь саньясу, но ты на самом деле не знаешь, что такое саньяса. Почему ты хочешь принять саньясу в таком молодом возрасте? Ты такой молодой. У тебя даже нет знания на самом деле, что это такое и что с этим делать. Ты не следуешь никаким правилам. Перед Джаганнатхом, что ты сделал? Ты подбежал к нему и начал обнимать его. Он Бхагаван, Божество, но ты посмел подбежать к нему и обнять его. И также на улице ты можешь просто подбежать к человеку и обнять его. Бывает порой, это личность даже не браман, и вообще он не следует никаким правилам предписаний. И даже не саньяси, будучи не саньяси, ты трогаешь
не брахмана, потому что ты не знаешь никаких правил. Из-за того, что это Сарвабхаума Бхаттачарья говорит Махапрабху. Потому что он принял саньясу в очень раннем возрасте. Саньясу мы должны принять в каком возрасте? Скажите мне. Шестьдесят лет надо саньясу принимать. А представьте, 22-24 года. Как возможно принять саньясу? Ум куда он пойдет? Он направляется всегда в том возрасте на материальные вещи, поэтому саньясу должны принимать где-то в 60, хотя бы после 50, в 50-60. Но если вы принимаете саньясу в молодом возрасте, то что произойдет? Да, возможно, какое-то время вы попроповедуете, вы будете полны энтузиазма, но после... Бьюри Викалпа придет. Уцахама и Вишая Сангара. И пятая стадия Ниямакшама. Вы не будете способны следовать правилам. И шестое, что? Тарангарангини. Танцевать на волнах славы и почести. Таков плод принятия саньясы в раннем возрасте. И затем что произойдет? Вы просто упадете. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, ты принимаешь саньясу в таком раннем возрасте, но ты абсолютно не знаешь никаких правил. У тебя даже нету должного знания шастр. А без должного знания как ты сможешь следовать всем правилам? Ведантик люди. Они говорили, что он сумасшедший, но преданный. Непреданные скажут, что просто он сумасшедший, полон эго, апарадхи, абсолютно бесполезный. Но преданные, у кого также есть бхакти, когда они увидят такую личность, они скажут, о, это у него проявилась према. Когда садхак достигает стадии асакти, его симптомы, они начинают проявляться. И в Бхаджана Рахасе Шрила Бхактивинод Такур, он объясняет это. Hey Nandanandan Krishna. Мои действия в этом материальном мире, они выглядят ужасно. Пожалуйста, дай мне место у своих лотосных стоп. И, пожалуйста, сделай меня своим слугой.
Пожалуйста, прими меня как незначительную песчинку на твоих стопах. Садака, когда достигает уровня асакти, у него проявляется такое настроение. Он чувствует себя очень незначительным, низким и падшим. В его сердце проявляется смирение, и он очень почтительно относится к тем, кто совершает баджан. Когда Бхагаван слышит таких преданных, его сердце, оно тает. Господь, он думает, мои преданные, они зовут меня так долго. И, увидев своих преданных, Господь, он начинает плакать, видя их отречение. Их аскезы. И Каруна, она приходит в сердце Господа, милость. Вы ищете Господа, пытаетесь найти Его, но придет такая стадия, когда Господь будет искать вас и бежать за вами. А Бхагаван, дай мне даршан. Когда же я оставлю этот мир и приду к тебе? Но придет такая стадия, когда Бхагаван будет плакать по вам. Так много жизни. В течение такого долгого времени ты отрекаешься от всего и посвящаешь все время мне. Пожалуйста, приди ко мне. Господь будет сам взывать к вам. Слушая зов своих преданных, Господь принимает их. Бхагаван, он делает так, что у преданных проявляется еще больше жажды увидеть его. Помните, как в одной катхе? Бхагаван, он держал Биламангала Такура за руку, но Биламангала Такур был слепым, и он довел его до самого Вриндавана. И тогда, доведя его до Вриндавана, Кришна сказал: «Сейчас мне нужно идти в другую сторону». И он опустил руку и ушел. И тогда Биламангала Такур, когда Кришна ускользнул из его руки, он осознал: «О, это был сам Господь». «О, Такурджи, ты можешь опустить мою руку, но ты никогда не уйдешь из моего сердца. Ты можешь уйти от меня на таком плане, на внешнем, но в моем сердце ты будешь всегда». Кришна говорит, а тогда Биламангала Такур сказал: «Но это еще не все, я накажу тебя». И Кришна говорит: «Как ты накажешь меня?» Он сказал: «Ты будешь сидеть в тюрьме моего сердца.
Кришна, он родился в тюрьме. В тюрьме Камсы в Матхуре. И Кришна говорит, Беломангал, какую тюрьму ты посадишь меня, в какую темницу? И Беломангал Такур сказал, я посажу тебя в темницу своего сердца. Видите, какие наступают разговоры между Господом и его преданными. Когда же ты освободишь меня из этой тюрьмы? И Беломангал Такур сказал, даже когда закончится возраст Брамы, я никогда не освобожду тебя из тюрьмы моего сердца, из темницы моего сердца. Всегда находись там, в темнице моего сердца. И таким образом преданные, они молятся Господу. И Бхаджанарха Сибхатирова Такур объясняет, какова же према Асакти Даса, то есть преданного, который находится на стадии Асакти. Если вы будете слушать Харикатху, то все неблагоприятное, оно уйдет. Поэтому, совершая баджан, Господь, Он сам приходит в сердце своих преданных. И что Он делает? Он очищает их сердца. Преданные на стадии Асакти, есть одна шлока, когда преданный он слушает эту шлоку, то он чувствует волны блаженства. Хей, Прабху, ты знаешь все. Но я не могу понять тебя. Продолжение следует...
И он молится Господу Татену Кампам Сусамикшиманам. Если Господь дает кому-то милость, то тогда эта личность сможет узнать о Господе. И таким образом садок, он снова и снова предлагает свои поклоны Господу и молится Ему. «Хей, Прабху, когда я получу Твой даршан?» И постепенно в его сердце проявляется все больше и больше желания увидеть Господа, и он начинает молиться. О, Бхагаван Хари, пожалуйста, сделай так, чтобы в моем сердце проявилась привязанность к слуге слуг, твоих слуг. Снова и снова предлагаю поклоны стопам слуг, слуг твоих слуг. Я хочу только прославлять тебя, опускай мои руки, они всегда будут служить тебе, мой ум, он всегда думает только лишь о твоем святом имени и о твоей харикатхе. И таким образом садака, он очень смиренно молится стопам Господа. И тогда преданно оставляет свое тело и отправляется в обитель Господа. Не задевай космос, не задевай космос. Еще. Бхактивинода Такур, он говорит, когда придет же время, и я оставлю свое материальное тело, и когда я проучу трансцендентное тело, я буду способен служить Господу. Thank you.
Спасибо.